What's my death heart? Gotta be in style. You gotta go wild. Chewing up love. Oh, howling inside. Like a pink leopard. You gotta go wild. You gotta go wild. Something I'm thinking of a space for possible nothings to liberate. Bubble up the better, falling on my face. You better keep in mind that you gotta go wild. You gotta go wild. Shake hands, give hugs, say goodbyes. Flakes and ice creams.
girls in white jeans, live streams of my midsummer night streams. I swear the end comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. Nights nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the London through. Got a shout out the girl in two. Nights nice where daylight comes too soon. Nights nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the London through. Got a shout out the girl in two. Nights nice where daylight comes too soon. Nights nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the London through. Got a shout out the girl in two. Nights nice where daylight comes too soon. Nights nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the London through. Got a shout out the girl in two. Nights nice where daylight comes too soon. I'll tell the girl them too. Pick up the raving crew. On the ones and twos. On the ones and twos. I'll tell the girl them too. Pick up the raving crew. On the ones and twos. On the ones and twos. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Как обычно, сегодня для вас в роли комментаторов Георгий Черданцев и Константин Гегич. Foot Squad Battles на ваших экранах – один из самых популярных режимов в игре. Отличный матч мы сегодня выбрали для трансляции. Мы всегда с тобой с радостью работаем в этом режиме, так ведь? Очень интересные игры и самые необычные составы можно увидеть. Видели же мы несколько раз команду из бронзовых игроков и Роналду среди них. И вот как такое собирают, меня всегда очень интересовало. Эден Азар без мяча оставляет свою команду. И вот состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Вот это да, отлично сыграно. И великолепно он игру прочитал, хороший перехват сделал. Видай. Играет он на партнера. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Состав гостевой команды. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Нет, не дошел этот пас до адреса. И как он дальше мячом распорядится? Фигу бьет! И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво! Мяч летит в центр и забирает эту подачу вратарь. Азар. Отличный. Ну, решай же! И делает он это. Отличный гол забивает. Все четко он сделал, все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. 1-0. Сейчас будет веселее. Неплохо он с мячом идет вперед. Видаль. Казимир. Жуан Канцело. Хороший пас на ход. Нужно забивать. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Игроки просто обязаны накрыть поляну голкиперу после того, как он справился с этим сложнейшим ударом. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Теряют они мяч. Неудачно Азар играет и без мяча остается. Эден Азар. Казимир. И что дальше тут будет? Подача! Чей мяч будет? Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Мяч у Луиша Фигу. Эден Азар.
И великолепно Азар продолжают эту атаку. Ну это просто супер вратарь! Видали. Очень хотят болельщики увидеть гол, но пока что и команда только создает моменты. И это удар! Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Приходят они в атаку. Мур с мячом. Видаль. Луиш Фигу. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Казимир. Артуру Видаль. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет сбрасывать. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Фигу с мячом. Эден Азар. Вводит мяч у них. Хорошо увидел партнера впереди. И вот он гол. Работает прессинг. Они заставили соперника ошибиться. Им это удалось. Отлично сработано. Здесь у голкипера шансов практически не было. Мяч уходил точно в левую девятку. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Свисток, штрафной. Казимир. Мяч у Бобби Мура. Азар. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Азар. И пойдет он дальше сейчас. Гол! 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 Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Мяч у Бобби Мура. Жуан Канцело. Видаль. Фигу с мячом. Казимиро. Артур Видаль. Опасно! В ворота мяч все-таки попадает. Невероятное начало матча. Еще и 45 минут не прошло, а игра уже превратилась в пустую формальность. Казимир. Всего две. Хороший пас на ход. Есть кому этот мяч сыграть. Забирает мяч. Казимир. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Не дал сопернику довести. Ну что же, счет из кошмарных снов. Thank you.
Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. И мяч потерян. Очередной точный пас в его исполнении. Антунеш. Эде назад. Есть хороший адрес для передач. Эден Азар. Это Эден Азар. Король момента. Как здорово он умеет разобраться в ситуации за считанные секунды. Пока на поле только одна команда. Счет на табло это очень точно отражает. Есть куда на фланге пройти. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Антунеш. Опасно это может быть. Интересно. И есть варианты тут. Опасно тут будет. Какая неудача для защитника. Гол! Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Отдает он мяч партнеру. Отворот будут мяч вводить в игру. Давайте-ка еще раз посмотрим на этот гол. Тут рикошет сильно помог и дезориентировал вратаря. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Лемар. На грани фола сыграно, но нарушений нет. Значит, было верное решение. Теряют они мяч. Отличный пас. Ходит мяч у них. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Лемар. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Неймар достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Даниэл Карису. Такие передачи придают атакам остроты. Главный тут соперник заработал. Хорошо в отборе сыграно было. Не один, а сразу два игрока появляются на поле. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Очередной угловой будет подавать команда. И прямо в центр штрафной мяч летит. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. И что дальше тут будет? Нужно забивать. Блокирует удар игрок. В центр штрафной подан мяч с углового. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. В центр штрафной пошла подача. Опасным этот угловой не получился. Лемар. Казимир. Не смогли они мяч удержать. И вперед он идет. Из-за боковой мяч будут вводить. Можно подавать сейчас. Не дает этой атаке развиться. Карису. Лемар. Азар. Лемар. Без мяча остаются они. Мяч у соперника теперь будет. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше.
Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Эден Азар. Лемар. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Жуан Канцело. Казимиро. Хороший обостряющий пас. Отлично он играет сейчас. Пошли последние 10 минут игры. Каррису. Казимир. Откровенно плохо сыграно в обороне. Ошибка в пользу атаки. Здорово сыграно. Как же он сегодня хорош в единоборство. Он уходит от опеки. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. Теряют они мяч. Азар. Лемар. Атака прервалась на подступах к штрафной. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Не получилось у них мяч удержать. Катают они мяч. И снова он отбирает мяч. Уже в который раз в сегодняшней игре. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Не смогли они мяч удержать. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Отдает он передачу. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Лемар. Лемар. И как здорово вратарь играет. И решили разыграть побыстрее угловой. Выбивает вратарь мяч после навеса. И заканчивается эта встреча. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. I am the boogeyman scaring men. Call out my name and I appear with. Come to a video, shoes in your ends. I will turn up earlier than your cameraman. Bare equipment, you'll be thinking it's them. Hold on, wait there, where's his lens? There's his lens. Untied fighting, where's his friends? You men are camping, my animals are out raiding for you with bare intent. Why would I scrap when I'm here with. Man, don't care if your ears are bent. No mic, I will ring a big 15 like Big Ben. Test me how. Phone man's phone up, let's meet now. Kick this thing off like Jet Li bow. David Luiz absolutely foul. Don't be up, sit down. Cause I went Deptford Green. I got Chinese man that would drive by your favorite restaurant and you'll get your main chick. What did you think? I will scream and shout. You ain't nothing if you ain't seen Cloud. Bet 10 bags I will find these house. Walk one mum's against my man about. Man, go to mumsy's mum's house. What a man? Dead serious, you don't want it with man. I've told this boy not to f with man. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Blood. Man, I hear with, here with, here with, here with. Scary man. Big, I'll be there in 10. Old school, I'll be there with Spen. Big black geezer is there in 10. Yes, there and then. They dare me, but I'm daring them. Oh no, I ain't hearing them. Double M, yeah, I'm here with M. Clap, then it's bingo. That's right. Man, little tingo. Здравствуйте! Совсем скоро на ваших экранах развернется захватывающее футбольное действо. А пока позвольте уделить мгновение представлению тех, кто будет с вами на протяжении следующих 90 минут. Ну вот почти репортаж получился. Георгий Черданцев и Ка... И великолепный Азар продолжают эту атаку. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Здорово.
он в отборе сыграл, будет аут. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. И навес чуть назад. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Сбрасывание будет. Стартовый состав гостей вашему вниманию. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. Азар. Играет в пас команда. Как здорово защитник сыграл сейчас. Эден Азар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков Европы. Многие его чуть ли не с Месси сравнивают. Ну, до Месси ему еще очень далеко. Хотя игрок, безусловно, интересный и незаурядный. И главное, продолжает развиваться. Так что теоретически все возможно. Эден Азар. Играет он на партнера. Луис Фигу. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Мяч у соперника теперь будет. Уверен, он с мячом идет вперед. На дальнюю мяч идет. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Азар. Говорят, что это Назар не самый трудолюбивый из футболистов. С тренировок уходит одним. Ну, решай же! Вполне тут гол мог состояться, но хорошо на выносе сыграли. Казимир. Фигу с мячом. Азар. Перехвачен. Пас Азара. Нокар. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывать. Жордан Вериту. Мяч на фланге. И тут есть свободное пространство. Навес тут напрашивается. От игрока мяч уходит в аут. Коке. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Высоко они играют. И как пробил. Надежно играет вратарь. Идет в штрафную мяч. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Казимир. Не смогли они мяч удержать. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Мастерски сыграно. А дальше что? Как он это сделал? И прямо в центр штрафной полетел мяч. Должен был он забивать, а в итоге удар от ворот. Эден Азар. Катают они мяч. Видаль. И как он дальше мячом распорядится? Интересно, куда дальше мяч пойдет. Тащит он мяч вперед сейчас. А сейчас вперед можно выйти. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Жуан Канцело. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Луис Фигу. Отличный момент. Есть. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку.
Жордан Веретур. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Эрнани. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Играет в пас команда. Может тут навес получиться. Играет он на партнера. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Надо забивать! И не идет мяч в ворота. Ну, значит, еще не пришло его время. По-прежнему у нас в этом матче нули. Казимир. Это Бобби Мур. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Переходят они в атаку. Жордан Веретур. С мячом вперед он идет. Прострел. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Блокирует удар игрок. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Нигры здесь боковой фиксируют. Мяч у соперника теперь будет. Первый тайм завершен, на табло нули. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Видаль. Фигу с мячом. Играют они в пас. Момент для удара! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Не получилось у них мяч удержать. Теде Назар. Жордан Веретур. Дэви Классен. Вперед идет атака. Интересно может быть. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. И тут может что-то получиться. Прекрасный пас на ход. Эден Назар. Да, такие шансы разбазаривать нельзя, особенно в конце матча. По какой-то невероятной причине мы сейчас не увидели гола, и вратарю даже не пришлось напрягаться. Здорово, команды играют с мячом, и делают это они сегодня примерно один. Опасно это может быть. Получает мяч на ходу, пробил по пустым воротам. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Через одного игрока так с умом он мяч отдает. И на дальнюю навес. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Антунеш. Мур с мячом. Азар. Азар. Момент! Забивай! Хорошо. Эден Азар. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в 2 мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Нокаут.
как же здорово он играет в пас. Пока. Дан Вериту. Дэви Классен. Дэви Классен. Хорошо увидел партнера впереди. Мяч у вратаря. Все в порядке. Мяч у Эшефигу. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Казимир. Сложно у него мяч отобрать. И как он дальше мячом распорядится? Эде назад. Играет в пас команда. Дэви Класс. Серж Гнабри. Отличный пас прошел. Играют они в пас. Потери и у соперников. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Антунеш. Мяч у Бобби Мура. Отлично они мяч держат. Вводит мяч у них. Момент для удара! Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Казимир. Не получилось у них мяч удержать. Дэви Классен. Не торопится арбитр со свистком. Дает играть команду. Серж Гнабри. Очень опасно могло быть. Луиш Фигу. Лемар. Мяч у Бобби Мура. Классно. Бор, можно играть. Коке. Играет он на партнера. Опасно это может быть. Ну, чем проще, тем лучше. Отбил от ворот подальше. Молодец, вратарь.